Дежавю. НАБУ вручило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. На этот раз мэра, а также ряд людей, которые прямо или косвенно имеют отношение к одесской мэрии, подозревают в организации незаконных земельных сделок. Следствие считает, что в результате преступных действий городскому бюджету был нанесен ущерб в размере 533 миллиона гривен. На моїй пам'яті, мало не вперше, слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність таких різношерстих людей. Від градоначальника та екс-прокурора області і до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядився цих героїв у різні одежини і крутив ними, як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача. Ми усвідомлюємо, що винами цих людей може називати тільки суд, а сьогодні їх статус підозрювані. Версія, викладена вище, належить органу слідства і прокурорам, але ми в ці тези віримо і зробимо усе можливе, щоб довести правду у суді. Стали известны некоторые фамилии подозреваемых. По данным СМИ, это исполняющий обязанности вице-мэра и давний единомышленник Геннадия Труханова Олег Брындак, директор юридического департамента мэрии Инна Поповская, бывший прокурор области Олег Жученко и крупный бизнесмен, которому долгое время приписывали решающее влияние на городскую власть, Владимир Галантерник. Отмечу, что это не единственные текущие проблемы чиновников муниципалитета с законом. Полиция расследует нанесение вреда городской казне на 900 тысяч гривен при благоустройстве Живаховой горы. Следствие установило, что при реализации проекта «Общественный бюджет Одессы», согласно которому на создание здесь зоны отдыха выделили 1 миллион 300 тысяч гривен, чиновники нарушили правила проектно-сметной документации. И это еще не все. Ранее правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц, которые присвоили 700 тысяч гривен, выделенные согласно все тому же общественному бюджету на ремонт приюта для животных.